Главному управлению МЧС России по Ненецкому округу вручили символ доблести и чести. Торжественное мероприятие посетил заместитель начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России Дмитрий Легонький. На вручении знамени побывала и наша съемочная группа. Знамя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий главный спасатель округа получил из рук заместителя начальника Северо-Западного регионального центра МЧС России Дмитрия Легонького. Для Вадима Мазура и его коллег это особенный день. Как вы могли заметить, у нас даже присутствовали сейчас люди, которые кто-то в отпуске, кто-то еще где-то был на выезде, но нашли время и возможность прийти на это торжественное мероприятие. Мы, хранить это... Мы будем, скорее всего, хранить его, конечно, подразделение главного управления. По месту мы еще определимся более конкретно. Теперь по взаимодействию хочу обязательно сказать с другими органами, федеральными органами исполнительной власти на нашей территории. Как вы видели, тоже все практически присутствовали. Мы очень тесно с ним взаимодействуем, в том числе органы исполнительной власти, субъекта, муниципалитеты. Все были, все присутствовали, все видели. И для личного состава это большая честь получить знамя в присутствии всех наших коллег, друзей. И, несомненно, это как-то стимулировать будет и в работе, и в службе. По сложившейся традиции, этот ритуал проходит в два этапа. 19 августа в актовом зале администрации города состоялась церемония крепления полотнища знамени к древку и его освящения. А 20 августа – церемония вручения. В приветственном адресе Геральдического совета при президенте Российской Федерации указано: приближается знаменательное событие в жизни Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу – вручение знамени. Знамя является знаковым воплощением всего комплекса традиций вашего главного управления, его места в системе МЧС России, лучших духовных качеств, присущих вашим сотрудникам. Именно поэтому знамя не только символ Главного управления МЧС России по Ненецкому округу, но и его реликвия – предмет особо почитаемый и оберегаемый. Мы хотим поздравить с этим событием и надеемся, что свои профессиональные навыки личный состав будет также поддерживать на самом высоком уровне. Спасатели пришли поздравить представителей власти, правоохранительных органов, видные общественные деятели. Знамя будет храниться в Главном управлении МЧС России по Ненецкому округу и станет неотъемлемой частью каждого торжественного мероприятия ведомства. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».